Всем привет! Сегодня у нас вторая часть. Скуп за $5. В прошлый раз вы видели, приобрел я вот такой вот предмет, который будем использовать как скуп. И я собрался его превратить в нечто более похожее на скуп, чем просто как баночка для хранения ножей, вилок и всякой кухонной утвари. И немножечко поразмыслив, у нас получилось... Вот такая штука. Этот убираем. И получился у нас вот такой вот предмет. Так, резкость. Поймали. Вот, нашел я в строительном магазине вот такую замечательную ручку. Металлическую. Были разные вариации, но это, по-моему, самый лучший, самый простой, самый дешевый вариант. Вот. Просверлил я на нем дырки. И сначала я поставил сюда болтики, но потом отказался от этой идеи, потому что болтик, вытаскивая, можно замечательно раскроить себе руку или поцарапать, обрезать их, его нафиг. И решил я поставить сюда обычные заклепки. Вот, в эти просверленные же дырки. Купил я еще дополнительно два вида заклепок, 15 мм и 20, ну... Вошли нормальные 15-миллиметровые. И вот так вот примерно это все получилось внутри. Сейчас мы это дело... Такие вот у нас заклепочки. И абсолютно руке не мешают. И ничего не царапают. Ну и вот, и получился вот такой вот замечательный предмет. Кружка. Короче, если не получится из нее... Если она не получится, работаю у нее как с кубом, то ее замечательно можно в ней варить пельмени. И сливать воду. Можно еще макароны сливать. Что угодно можно использовать. Так что утром с куб, вечером на кухню, в мойку. Так что вот такой вот предмет. И осталось нам только его затестить. Ну, я пока еще до моря не добрался. Как я туда доберусь, мы обязательно его испробуем в деле. Ну, на песке он, естественно, будет вполне нормально. Ну, края вот эти слабые у него, конечно. Ну, я вот, может быть, проблемы. Но даже здесь можно, конечно, что-то и придумать. Может, если по этому контуру наклепать какую-нибудь плотную пластину или что-нибудь. Ну, короче, ладно. По ходу посмотрим. Даже, может быть, не целую, а вот полукруг какой-то. Это будет единственное слабое место у него, которое может быть. А так, эта ручка его немножечко скрепила конструкцию. И получилась вполне нормальная штука. Так что будем пробовать его на море. Правда, у нас сейчас уже снег пошел за окном, но эксперимент должен быть закончен. Поэтому до моря мы доберемся. Все. Ваше мнение обо всем об этом озвучивайте в комменте. Так, там где-то будет наверху первая часть, кому интересно, с чего все началось. Ну и на этом пока все. Всем пока.